А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Boosty. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента, а также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Boosty можно, как всегда, по ссылке в описании. Добрый день, коллеги! Начну вещание, чтобы вы смогли настроиться и технически, и эмоционально. Меня зовут Антошечкина Елена, и вместе с Сергеем Полтевым сегодня мы проведем вебинар по теме МЭДО в части интеграции с SET. Предварительно мы получили и проанализировали вопросы от наших партнеров и клиентов, и на основе этих вопросов составили план презентации и те темы, на которые мы будем сегодня обращать внимание. Потому что сама по себе тема МЭДО довольно большая, а время нашего мероприятия ограничено. А плановое время у нас час. При наличии большого количества вопросов от вас или необходимости что-то уточнить и обсудить, можно будет слегка растянуть вебинар где-то на 15-20 минут. А мы планируем, что вебинар у нас будет состоять из трех частей. Первая – теоретическая, базовая, та, которая сейчас определяет, какие требования лежат в основе необходимого функционала в части интеграции с системами электронного документооборота. А затем Сергей расскажет о последней, самой новой нашей доработке. Это диспетчер МЭДО. По ней очень много вопросов. И третья часть – это, собственно, вопросы. Можете задавать вопросы в чат. И мы постараемся на них ответить. И если все в порядке, все слышно, все видно, то мы начинаем. Итак, прежде всего, некоторая такая теоретическая затравка и общее погружение в тему. Особенно интересно это сейчас, поскольку сейчас между МЭДО и ГосЭДО часто пишут тождественное, указывают равенство. Это не совсем так, хотя доля правды в этом есть. МЭДО, как часть электронных сервисов, вошло в состав ГосЭДО. Вот на данном слайде представлена с официального портала ГосЭДО такая архитектура. И видите, одним из элементов пазла является МЭДО. И SET участников взаимодействия также частично включается в эту архитектуру как взаимодействующая информационная система. Именно об этом взаимодействии, о том, какие сейчас требования актуальные между ними существуют и какие перспективы ближайшие на развитие, мы сегодня будем говорить. А для начала немножко поговорим о базовой основе МЭДО, нормативной базе. Наш основной интерес сейчас в правом столбце под номером 271. Это номер текущий, актуальный и единственно законный на сегодняшний момент версии формата обмена по МЭДО. И здесь перечислены, разумеется, не все, но основные нормативные документы, которые сейчас определяют, в частности, для SET, что должна уметь делать SET для того, чтобы ее пользователи могли взаимодействовать по системе МЭДО. Часть документов пришли на смену ранее бывшим документам, утратившим силу, такие как правила обмена документами в электронном виде, требования к организационно-техническому взаимодействию.
Последний документ, технические требования к порядку ведения нормативно-справочной информации, это самый последний по времени утвержденный приказ, это требования к порядку ведения глобального адресного справочника. И наверху у нас присутствует положение о системе межведомственного электронного документооборота, базовое стартовое положение и документ, который, несмотря на то, что был утвержден 14 лет назад, тем не менее, он находится в актуальном состоянии, его постоянно поддерживают в этом состоянии, корректируют, и оно продолжает работать и руководить этой областью. Что также меняется для нас? Несмотря на то, что область применения МЭДО последние два года довольно активно расширяется, и уже известны планы, куда она будет расширяться в ближайшее время, немножко изменился подход к этому расширению. Если раньше изменение области применения однозначно означало появление новой версии формата обмена, вот вы видите, 2.2, 2.7, были еще промежуточные рабочие версии, которые официальными документами не утверждались, то сейчас ситуация несколько иная. Версия 2.7.1, как была утверждена в 2020 году, как базовая версия основных типов сообщений МЭДО, транспортный контейнер, квитанция, уведомление и формат описания сообщения МЭДО, осталась прежней. Но с расширением области применения и включением в нее новых бизнес-процессов добавляются новые типы сообщений. В частности, приказом на газ введена новая сущность, это новый тип сообщений МЭДО, транспортный контейнер технологического сообщения для передачи сведений газ. И недаром у нас в нижнем правом углу три жирные точки, которые означают, что будет расширяться состав типов сообщений МЭДО, и уже сейчас ведутся работы по разработке нового типа сообщений для передачи архивного документа в ЦХЭД, а также на этапе пилотной эксплуатации идет проект работы с цифровыми поручениями правительства РФ, который тоже предполагает обмен дополнительными видами или дополнительными типами сообщений МЭДО. Вот, собственно, то, о чем я сказала, можно так резюмировать вот этим слайдом для наглядности. То есть ранее линейная процедуры, линейный процесс развития МЭДО от версии к версии теперь превратился в так называемую, можно сказать, веерную картину. И сама система МЭДО в качестве электронного сервиса вошла в единое информационное пространство ГосЭДО. Хотелось бы отдельное внимание обратить на НСИ МЭДО или нормативно-справочную информацию МЭДО. Само это понятие было введено новыми правилами обмена постановления правительства 1264. Но более подробно о составе справочников и о содержательной информации в каждом из этих справочников говорится в нескольких документах. Так, вот на слайде я специально разбила состав справочников на три группы. Первая группа с 1 по 5. Это те справочники, которые явно определены в приказе Минцифры и ФСО 667-233, который утверждает новую на тот момент, на 2020 год, версию обмена 2.7.1. Именно там они прописаны, как их перечень, так и содержательная часть вплоть до значений. Следующий справочник, глобальный адресный справочник, его структура и регламенты его ведения и использования определены приказом Минцифры и ФСО 500/82. Содержание, конечно, там не определено, потому что оно регулярно обновляется, актуализируется, об этом мы поговорим чуть позже.
Ну и последние справочники, которые здесь приведены, и это не исчерпывающий перечень, как можно увидеть по троеточию внизу, а потому что с развитием МЭДО и ГОСЭДО этот перечень будет увеличиваться. Они какими-то документами официальными не утверждены, но тем не менее на портале ГОСЭДО они присутствуют, можно с ними ознакомиться. Вот как они выглядят на официальном сайте ГОСЭДО. Можно скачать содержимое справочника, актуальное на момент скачивания. Сразу хочу сказать, что с этим сайтом работают очень активно, и информация актуализируется буквально ежедневно. Поэтому те, кто занимается либо анализом ГОСЭДО, либо разработками, рекомендую довольно активно сюда заходить и информацию актуализировать. Много интересного. И вот так выглядит информация, то есть раздел, вернее, да, раздел информации о глобальном адресном справочнике на том же сайте ГОСЭДО. Как вы видите, внизу вот желтым выделено, можно его скачать в качестве сообщения МЭДО. Он будет представлен ровно в том виде, в котором он будет рассылаться по МЭДО в виде сообщения, вот этого технологического сообщения. Или можно, нажав на слова «просмотр XML», увидеть в виде табличек, мы тоже на этой презентации, я буду делать скрин, мы посмотрим, как это выглядит. Итак, глобальный адресный справочник. То, что сейчас очень активно обсуждается, и в данном случае именно на это я хотела обратить ваше внимание и акцентировать на том, что сейчас активная разработка в EOS ведется для того, чтобы реализовать соответствие вот этим вот процедурам. Давайте посмотрим, что это за процедуры. Эти процессы утверждены по приказам 500/82, этим вот последним по времени приказом на порядок ведения нормативной справочной информации. Здесь вот схематично представлен процесс ведения или наполнения этого справочника. Как видно, этот справочник состоит из трех реестров. Реестра операторов, реестра участников и реестра организаций участников. Наполнение этого справочника, как можно увидеть по направлению стрелочек, идет снизу вверх, то есть поставщиками информации являются сами участники МЭДО и операторы, то есть организации сами о себе заявляют как об участниках и как об операторах. Организатор МЭДО, получая эту информацию в форме заявок, утвержденного приказом формата, проводит работу по анализу этой заявки и по согласованным позициям вносит сведения, либо новые сведения, если это заявка на добавление, либо корректировку сведений осуществляет, если это заявка на изменения, в соответствующих реестрах. И рассылка ГАЗ для цели его использования осуществляется в обратном порядке, сверху вниз. При этом рассылка может быть как в инициативном порядке, инициатором в данном случае является организатор МЭДО, который принимает решение, что ГАЗ довольно сильно, например, изменился с момента последней рассылки, и пора его уже отдавать для работы. Либо взаимодействующие по МЭДО стороны могут запросить, опять же, в форме технологического сообщения запроса ГАЗ, утвержденного приказом формата, направить этот запрос организатору и в ответ на этот запрос получить сообщение, содержащее справочник, и применить его. И когда я говорила о том, что EOS сейчас находится в стадии активных разработок, именно реализацию вот этих вот взаимодействия оператора, участника и организатора я имела в виду. То есть мы учим систему формировать и отправлять заявки с мест,
получать ответы, обрабатывать их, применять газ. И учитывая то, что к оператору МЭДО может быть подключено много участников, и эти участники могут работать с этим оператором как в одной базе, так и в разных базах, мы учим систему доводить до сведений, в том числе и разных баз, полученную оператором информацию глобального адресного справочника. Работа довольно такая серьезная и масштабная. С новыми типами сообщений МЭДО. Хотя, еще раз напомню, базовый формат, сопровождающий вот эти все пересылки, он остается прежним, 271. А говоря о взаимодействии в части наполнения и потребления газ, мы с вами видели такие так называемые роли, как организатор, оператор и участник. Остановимся немножко подробнее на этом, потому что очень было много вопросов, что это такое, как они между собой взаимодействуют и вообще откуда взялись. Вообще, сами по себе, сама по себе роль организатора МЭДО появилась в самом первом документе положения о системе МЭДО, и роль эта назначена для ФСО России. Новые правила обмена по МЭДО, постановление 1264, ввело дополнительные понятия, такие как оператор МЭДО и участник МЭДО. Мы чуть позже будем с вами говорить о том, что это за роль, какие у него функции, как эти организации получают эти роли. А сейчас просто я хотела бы на данном слайде продемонстрировать вот такую, скажем так, пирамиду взаимодействия. Наверху находится организатор МЭДО, который обменивается с операторами или участниками МЭДО, направляя документы и сообщения МЭДО на шлюз. Прошу здесь обратить внимание. Вот если на зеленый квадратик, если какой-то владелец шлюза использует его для личных целей, индивидуалист такой, и никого к этому шлюзу не подключает, то такой владелец называется участником МЭДО, он не считается оператором. Вот до этого времени, в общем-то, все, кто взаимодействовал и использовал шлюзы сами по себе, они были участник. А вот те владельцы шлюза, которые к себе подключают другие организации, обеспечивают для них обмен, они уже считаются операторами. Это вот эта вот новая роль, это новые бизнес-процессы. И говоря о ролях, нельзя не сказать о такой характеристике роли, как идентификатор. Здесь важно следующее. Роль – это не просто название. Роль – это некая бизнес-логика взаимодействия по МЭДО, бизнес-процессы. И по идентификатору роли можно понять, какую функцию в том или ином обмене, в данный момент, в данном сообщении МЭДО играет организация. Ведь одна и та же организация может выступать в нескольких ролях. Вот, например, организация, которая обменивается на уровне входящей и исходящей по МЭДО обычными документами общего административного делопроизводства. Имеет идентификатор участника. Мы к нему уже все привыкли, он был в списочке ФСО таком вордовском. Это идентификатор участника. Если организация получает роль оператора, она одновременно получает и идентификатор оператора. И если это одна и та же организация, обратите внимание на пересечение множеств. То есть эта организация будет иметь два ID, и участника, и оператора. И в зависимости от роли в том или ином сообщении, она будет указывать нужный из этих там двух идентификатор. С ролью организатора такая же ситуация. Ведь одна и та же организация, а именно ФСО России, является и организатором, и оператором, и участником. И имея в виду перспективы развития МЭДО и ГосЭДО, мы не исключаем, а даже ждем появления новых ролей. И тогда появятся новые идентификаторы, и вот этот
цветик семицветик будет расцветать и добавляться дополнительными листами, которые могут накладываться друг на друга. Поэтому не надо пытаться запомнить, сколько идентификаторов имеет та или иная организация. Это вычисляемое значение. Вот, например, как это выглядит в справочнике текущем, глобальный адресный справочник. Вот, например, спецсвязь ФСО России выделена тут желтеньким. Одна и та же организация физически, ну или юридически, можно сказать, да, она выполняет роль организатора МЭДО со своим идентификатором, оператора ГУ МЭДО, ГУ – это головной узел МЭДО, со своим идентификатором, а также осуществляет обычный обмен документами, входящими и исходящими, как участник. И для этой цели у нее есть свой идентификатор. Это не предел. Минцифра, например, сейчас, на текущий момент, вообще имеет 6 идентификаторов. Потому что, обратите внимание, это глобальный адресный справочник не МЭДО, а ГосЭДО, а МЭДО только часть. Так, посмотрим более подробно. Какие же функции та или иная роль в себе содержит? Я, наверное, не буду в целях экономии времени зачитывать вот эту всю таблицу. Обращу внимание только на особо важные здесь функции. Организатор МЭДО – это общее организационное и методическое управление взаимодействием по МЭДО. Управление инфраструктурой МЭДО, формирование и ведение НСИ МЭДО, в том числе глобального адресного справочника. И, что важно, организатор МЭДО является также и оператором головного узла МЭДО. Оператор – это тот владелец шлюза, который предоставляет свой шлюз другим участникам взаимодействия. Здесь очень важно слово «другим», потому что если он сам через свой шлюз взаимодействует, напомню, мы об этом уже говорили, он является просто участником. И, соответственно, участник как бы на конце этой пищевой цепи находится, но, тем не менее, в общем-то, в целях этих участников все это и сделано, вся эта цепочка и существует. Этот участник является поставщиком и потребителем нормативно-справочной информации, как мы говорили, о себе заявляет, передает эту информацию. И взаимодействует по МЭДО путем обмена сообщениями, используя либо свой шлюз, либо чужой шлюз оператора. Как эту роль получить? Роль организатора уже застолбила ФСО. Менять нельзя. Определено это документами, вот они у нас указаны в правом столбце. Что касается оператора. Оператором может быть владелец шлюза, который имеет возможность и желание стать оператором. Он, этот оператор, это потенциальный оператор, организация должна заявить об этой возможности путем направления официального письма на создание на своей базе, на базе себя, нового оператора. Это письмо направляется в адрес организатора, то есть в адрес ФСО. В этом письме содержится необходимая информация, описывающая как самого оператора, так и тех, кого он планирует подключать с помощью своего шлюза. Все требования к составу этой информации, к порядку формирование и передачи такого письма определены вот в приказе Минцифры ФСО 500/82. После того, как организатор это письмо получит, проанализирует и согласует, после положительного решения ведомство включается в реестр операторов глобального адресного справочника и получает статус оператора, получает идентификатор себя как оператора, и эта информация потом в рамках ГАС может использоваться другими участниками взаимодействия. Что касается участников. Участником может быть ведомство или организация, которая использует свой или чужой шлюз для обмена по МЭДО. Что касается своего шлюза.
Я сегодня упоминала ФСОшный список вордовский, где были перечислены участники МЭДО, владельцы шлюзов. Вот они с теми же самыми идентификаторами вошли в реестр участников МЭДО. Никаких дополнительных телодвижений этим организациям делать не надо. Если они использовали свой шлюз единолично и операторами становиться не хотят, не хотят включения в реестр операторов и продолжат работать так, как раньше работали. Их просто включили по умолчанию. Для них ничего не поменялось. Если же организация хочет быть включена в реестр участников с использованием шлюза оператора, ну, естественно, это решение и желание согласовывается с оператором, он тоже абы кого не подключает через свой шлюз, то тогда это желание оформляется в виде технологического сообщения заявка оператора на добавление новых участников. Прошу обратить внимание, что оператор, именно оператор ее направляет. И она направляется организатору по МЭДО в виде технологического сообщения. И дальше уже технология рассмотрения, согласования и по согласованным позициям участники включаются в реестр участников. Вот, собственно говоря, такая технология. Здесь важно понимать следующее, что для того, чтобы подключиться участнику к оператору, необходима готовность этих двух сторон, как нормативное основание, так и техническая возможность. У них должна быть инфраструктура доставки сообщений МЭДО между собой. Вот когда я говорю об инфраструктуре доставки, речь веду именно вот об этих стрелочках, которые у нас сейчас выделены кружочками. На что в данном случае еще хочу обратить внимание. Помимо инфраструктуры, важна еще в рамках технической готовности возможность системы электронного документа оборота, которую используют операторы, которую используют участники, для того, чтобы полученные сообщения могли маршрутизироваться, то есть передаваться из одного большого потока, который получает оператор, делиться на маленькие потоки в адрес участника. И в обратную сторону потоки участников должны сливаться в один поток для передачи по МЭДО. Это маршрутизация по критерию адресата или корреспондента в данном случае. Но помимо этого, в качестве критерия маршрутизации, уже сейчас нам известного и на который мы закладываемся, есть еще один критерий, а именно признак информации ограниченного распространения. Я об этом в рамках текущего вебинара долго говорить не буду, но тем не менее один слайд все-таки подготовила и прокомментирую, поскольку он нам нужен для дальнейшего понимания функционала, о котором будет рассказывать чуть позже Сергей Полцев. Итак, обмен информацией ограниченного распространения или документами ДСП по МЭДО. Самым важным постулатом является то, что для такого обмена должна быть готовность нормативная, организационная и техническая. Что касается нормативной готовности, все, в общем-то, не очень хорошо у нас сейчас на текущий момент. А именно, текущая нормативная база, а я имею в виду постановление правительства 1233, определяющее порядок обращения со служебной информацией ограниченного распространения. Так вот, эта текущая нормативная база не предполагает существование документов в электронном виде. Поэтому, если этой сущности нет как таковой в электронном виде, то говорить о порядке обмена этой сущностью по любым каналам, в том числе и по МЭДО, ну, несколько, я бы сказала, преждевременно. Тут много моментов, в чем именно загвоздка.
Но здесь что хочется сказать. Тема защиты информации у нас довольно жестко регулируема. И это правильно. Особенно, как вы знаете, в свете текущих событий мировых и внутренних. Поэтому просто так наплевать на отсутствие регулирующих указаний нормативной базе в этой области и сказать, да все равно давайте будем все равно слать, нельзя. Поэтому регуляторы под руководством Минцифры ведут работы по внесению соответствующих изменений в нормативную базу. Надеемся, что эти работы увенчаются успехом. И тогда уже можно будет говорить о полноценном обмене ДСП по МЭДО. Сейчас же можно говорить только о каких-то, наверное, тестовых, пилотных обменах с целью проверки, может быть, каналов или что-то типа этого. Кроме того, говоря о готовности для обмена информацией, нельзя забывать, что информационная система, в которой обрабатываются документы ДСП, должна быть аттестована. Что это значит? Это значит, что аттестована должна быть СЭД, в которой эти ДСП-документы обрабатываются. Если это общий СЭД, в которой вообще работает вся организация, то вся СЭД на объекте заказчика должна быть аттестована. Если же это какая-то мини-СЭД, исключительно для целей работы с ДСП, то вот эта мини-СЭД должна быть аттестована. Если это мини-СЭД создана на базе ARM-MEDO DSP, вы, наверное, знаете, да, о наличии такого программного обеспечения, это разработка Восхода, то сервер и рабочие места, с которых осуществляется работа с этим SPO ARM-MEDO DSP, должны быть аттестованы на объекте заказчика. То есть это все касается подготовительных работ для возможности обмена ДСП в МЭДО. Тем не менее, уже сейчас текущая версия 2.7.1 формата обмена МЭДО позволяет передать признак информации ограниченного распространения в элементе classification. То есть и каналы МЭДО, они защищены. То есть сейчас при решении, при положительном решении вопросов пункта 1 и пункта 2, уже как бы технологическая, техническая база готова для того, чтобы осуществлять обмен документами ДСП. Почему я здесь вспомнила о документах ДСП именно здесь, в моем вебинаре? Напомню, потому что элемент classification со значением вот этим DC000 и так далее, 1, может быть одним из критериев маршрутизации потоков документов, циркулирующих по МЭДО и поступивших в организацию или исходящих из организации. Для решения задач маршрутизации потоков в системе дела создана функциональность так называемого диспетчера МЭДО. Этот диспетчер МЭДО как раз и решает задачи маршрутизации потоков сообщений между шлюзом МЭДО, владением оператора, и узлами. Что такое узлы или конечные узлы? Это некий эмулятор шлюза, это виртуальный шлюз, с которым работают конечные абоненты, участники, организации, адресаты, корреспонденты сообщений МЭДО. Нужно, чтобы общий большой и толстый поток, поступивший в папку IN на шлюз МЭДО, разделился на тоненькие потоки, на ручейки, предназначенные для получателей, и был передан на узлы. И в обратную сторону исходящие документы от отправителей, от конечных абонентов были слиты в один поток, и из папки out шлюза были переданы на отправку по каналам МЭДО. И то же самое, та же самая логика справедлива и для разделение общего потока
информации на открытые и закрытые потоки для цели распределения по контурам обработки, соответственно, на открытый и закрытый контур обработки, разделение при получении и слияние для последующей отправки. Это касается документов ДСП. Для решения этих задач диспетчер МЭДО реализован в составе трех компонентов. Это фоновая задача диспетчера МЭДО оператор, который занимается раскладкой сообщений МЭДО по каталогам. Это каталоги, так называемый набор или коллекция каталогов диспетчера. И каждый каталог, ну, каждая пара, скажем так, каталогов, а может быть и больше, если еще отдельно выделяются каталоги для ДСП информации. Это принадлежность конечного абонента. И при адресовании для него сообщения идет раскладка по этим каталогам. Следующий компонент – это веб-сервис обмена, который обеспечивает раздачу и сбор сообщений для конечных узлов. То есть, соответственно, либо распределение, либо слияние потоков сообщений. И фоновая задача – конечный узел, которая взаимодействует с веб-сервисом для обеспечения получения и передачи сообщений на конечный узел и, соответственно, с конечного узла. Схематично диспетчер МЭДО вот представлен у нас вот такой картинкой. Чуть подробнее о ней скажет и о функциональности скажет Сергей Пултев. Я, наверное, на этом теоретическую часть заканчиваю. Но, тем не менее, здесь остаюсь для ответов на вопросы и передаю слово Сергею. Коллеги, добрый день. Добрый день, Елена, спасибо. Добрый день, добрый вечер. Собственно, хотел бы сказать, что давайте уже перейдем ближе к делу версии 22.2. Но, наверное, сегодня это будет, перейдем ближе к делу. Я несколько иллюстраций, наглядных или не очень, покажу по работе диспетчера, по взаимодействию конечного узла и оператора. Ну, а такую вот уже детальную демонстрацию обсуждения настроек мы решили вынести в отдельный вебинар, который отдельно запланируем. Ну, потому что если говорить подробнее о настройках, то там уже возникает большое количество моментов, которые нужно обсуждать отдельно. Ну, например, там работа нескольких организаций в одной базе, работа организации, когда у всех одна, у каждой организации своя база. Поэтому сейчас несколько иллюстраций. Следующий вебинар будем уже планировать, следующий или, может быть, несколько, будем планировать, исходя из тех вопросов, которые, надеюсь, от вас поступят. Соответственно, Елена уже продемонстрировала такую схему работы диспетчера МЭДО, но я позволил себе в ущерб точности и, может быть, большей наглядности, не знаю, насколько получилось, эту схему несколько перерисовать. Ну, не уверен, что стало нагляднее, но совершенно точно стало проще. Соответственно, вот здесь у нас слева у нас система дела оператора. А справа у нас система дела конечного узла. Соответственно, что нам нужно сделать со стороны оператора, как мы уже сказали? Нам нужно рассортировать сообщения по парам, по папкам in и out для узлов, ну и также, возможно, по признаку ДСП. Соответственно, у нас на стороне дела оператора работает фоновая задача, которая распределяет этот вот общий поток in и out, распределяет по папкам для соответствующих узлов. То есть по каталогам и для соответствующих узлов. У нас существует веб-сервис обмена,
То есть фоновая задача оператора взаимодействовать с веб-сервисом обмена. И, соответственно, на стороне конечного узла у нас также есть, у нас в системе дела работает процесс, работает фоновая задача, которая авторизуется в веб-сервисы, которая взаимодействует с веб-сервисом и получает, соответственно, вот свою там, происходит синхронизация вот этих вот папок. Ну и дальше тут где-то справа обычная работа системы дела, которая никак не отличается от, ну, не зависит от того, каким образом происходит подключение. И работа пользователей, тем более, никак не отличается от привычной работы в системе дела. Соответственно, для того, чтобы реализовать вот эту вот схему, на стороне оператора добавляется справочник узлы MEDO, вот видим на скриншоте. Соответственно, в этот справочник можно внести информацию о новом узле. Здесь, соответственно, указывается название узла и каталог обмена. Ну и, соответственно, отдельно каталог, если для DSP, соответственно, отдельный каталог. Соответственно, в справочнике организации появляются новые поля для возможности указать узел для сообщений и для сообщений DSP. И вот у нас настройки фоновой задачи для диспетчера MEDO оператор. Здесь указывается идентификатор шлюза, идентификатор оператора, путь к каталогу, ну и, соответственно, здесь там располагаются каталоги, по которым дальше происходит вот это вот распределение. И, в свою очередь, фоновая задача работает на стороне конечного узла. Здесь существует, соответственно, указывается каталог у оператора, соответственно, указывается пароль для подключения. Здесь можем проверить работу веб-сервиса. Ну и, соответственно, вот у нас работает фоновая задача на стороне оператора, работает веб-сервис, работает фоновая задача на стороне конечного узла. Ведется журнал диспетчера MEDO и на стороне оператора, и на стороне узла. И таким образом фиксируется вся информация об отправленных полученных сообщениях. Ну и с точки зрения пользователя, как мы уже и сказали, то есть работа с сообщением MEDO, она ничем не отличается, независимо от того, как происходит подключение через диспетчер или еще как-то. То есть дальше вся работа в системе дела происходит вот ровно точно так же там, через буфер электронных сообщений. Вот, собственно, несколько иллюстраций к тому, как работает система дела, как происходит взаимодействие конечного узла и оператора. Соответственно, более подробную демонстрацию всего этого процесса мы будем планировать, в том числе, исходя из ваших вопросов, ваших запросов, которые, уверен, будут, за что вам отдельное спасибо. И, собственно говоря, тогда спланируем один или несколько вебинаров, когда будем говорить об особенностях настроек. Ну, а на сегодня это все красивые, не очень иллюстрации, которые хотел продемонстрировать. И передаю слово обратно Елене. Я так понимаю, что есть большое количество вопросов. Коллеги, спасибо за внимание. Да, добрый день, коллеги. Вопросы есть? В чате у нас все вопросы. Так, вот вопросы касаются двух основных тем. Первый блок вопросов касается обмена DSP в электронном виде по MEDO. Второй блок вопросов касается того, как настраивать диспетчер для того, чтобы можно было работать,
как в одной базе есть вопросы про одну базу, так и для разных баз. Давайте сделаем следующим образом. Я постараюсь коротко ответить на те вопросы, на которые у меня сейчас информация есть, но как мы предполагали, если будет много вопросов и большой интерес именно по особенностям нашей реализации диспетчера МЭДО, мы планировали провести отдельный вебинар, где снять больше скринов или даже, если будет возможность, показать на действующей системе и какие-то, может быть, сценарии обыграть, потому что часто вопросы задаются не теоретически, да, а практически. Вот у нас такая ситуация, как нам сделать настройки, как у нас это будет там выглядеть и так далее. Вопрос такой. Если оператор и участник работают в единой базе системы дела, то нужно настраивать диспетчер МЭДО или как-то нужно настраивать иначе. Значит, что касается одной базы, то если оператор и использующие его шлюз участники МЭДО работают в одной базе или в одном экземпляре системы дела, то технически для маршрутизации потоков между сообщением МЭДО, между ними диспетчер не используется. Но задача маршрутизации является настройкой справочников. Но, тем не менее, для обеспечения возможности настройки этих справочников все равно требуется наличие лицензии на модуль взаимодействия с МЭДО. У нас модуль взаимодействия с МЭДО расширенный, такая опция называется, в состав которой входит вот этот вот диспетчер. То есть часть функций, которые реализованы в рамках этого модуля, все равно потребуются. Так, в папке IN будет разделение. В папке IN будет разделение на папки для узлов. Покажите, пожалуйста, скрин папки IN. По папке OUT аналогично. Разделение будет не в самой папке IN. Папка IN останется ровно такой, какая она и была. Вот у меня есть на схеме или у Сергея. Сергей, ты можешь включить диспетчер-схему или ту, которую ты нарисовал? По-моему, там как раз нарисована такая схема, самую первую свою схему. Да, вот, значит, ну да, вот, in-out оператора, вот папка in-out оператора – это папки на шлюзе, а in-out узла – это уже созданные на узле или на виртуальном шлюзе папки. То есть разделение идет из выход из папки in и маршрутизация, переход в папку in каждого узла. Как в рамках одного экземпляра базы, как вот здесь с левой стороны, это один экземпляр базы, когда и оператор, то есть шлюз, и разные узлы в одном контуре, в одной базе, так и через веб-сервис обмена в удаленный узел, то есть в другой экземпляр. Если я правильно поняла вопрос. Как реализовано протоколирование работы диспетчера? Для работы диспетчера, опять же, у Сергея есть скрин. Сергей, открой, пожалуйста. Есть на схеме, он тоже виден. Так, ты открываешь? Да, журнал диспетчера МЭДО. Вот, где указано, диспетчер оперирует сообщениями, вот мы видим вид сообщений входящий, оно для диспетчера, соответственно, и для узла, то есть поступило по МЭДО или там исходящее, идентификатор сообщения, как оно называется, с каким идентификатором, с каким названием оно пришло, тип сообщения, ну, в данном случае у нас на слайде все записи касаются квитанций. Номер версии формата, и дальше вот идет какая информация. Дата и время
контакта со шлюзом, ну, в данном случае поступление на шлюз, дата и время обработки его с использованием веб-сервиса. И вот такая вот информация представляется для того, чтобы можно было отследить судьбу каждого сообщения, потому что, конечно, недопустима потеря сообщений в процессе маршрутизации, как поступивших, так и исходящих, причем любого типа. Не только мы не можем терять документы, но мы не можем терять и уведомления, и квитанции, поскольку это обеспечивающее взаимодействие, сопровождение с сообщениями МЭДО. Так, что еще? Ой, много вопросов, я не успеваю. Я не успеваю, к сожалению, читать. Так, Роман Котельников. Мы федеральное учреждение, но подключения к МЭДО не имеем. Предварительно с будущим оператором Россельхоз мы договорились, сколько будет стоить приобретение необходимого ПО. Нам нужен расчет средств. Россельхоз, как я понимаю, это пользователь системы Дело, да? То есть ваш оператор работает на системе Дело. Потому что мы сейчас говорим о именно нашем... А диспетчер МЭДО – это доработка для системы Дело функционал. Вы можете обратиться через своего куратора, руководителя проекта, либо напрямую в отдел продаж, и там вас сориентируют, сколько будет стоить по составу. Но вообще, в принципе, вопрос может решаться совместно. Вы можете через Россельхоз это узнать, а можете напрямую обратиться и к нам. Можете в маркетинг по адресу у нас market@eos.ru все свои вопросы направлять, любые, касающиеся лицензии, касающиеся стоимости, касающиеся функционала. В маркетинге у нас тоже сидит диспетчер, хоть и не МЭДО, и он будет все вопросы направлять тому, кто на них сможет ответить. Все вопросы обязательно отработаем. Так, да, вот Сергей внизу написал market@eos.ru, это адрес электронного отдела маркетинга, куда вы можете любые направлять вопросы. sale@eos.ru, это отдел продаж, туда вы можете направлять вопросы по стоимости, но можете через маркет. Если организация – участник коллективный, как ФЗ-оператор распределяет сообщение для такой фоновой задачи? Если я правильно поняла, речь идет о том, что в одной базе несколько участников, да, и участник, и оператор, и участники в одной базе находятся. Да? На этот вопрос мы уже отвечали. Для этого в таком случае, если и участник, и оператор находятся в одной базе, в одном экземпляре системы Дело, то задача маршрутизации решается настройкой справочников, не фоновыми задачами, а настройкой справочников. Если же оператор и использующий его шлюз участник, или хотя бы часть из них, используют разные экземпляры дела. Вот оператор сидит в одном месте, а какие-то участники или хотя бы один из участников, да, сидит в другом экземпляре системы дела. То тогда участнику достаточно обычной лицензии модуля сопряжения с МЭДО для того, чтобы ему можно было обрабатывать поступившие сообщения, отправлять исходящие. А вот оператору понадобится функционал диспетчера МЭДО для маршрутизации, и ему уже понадобится лицензия, которая включает в себя диспетчера МЭДО. Вот, да, участник и оператор в разных базах. Да, я ответила, участнику ничего не нужно, а оператору нужен функционал диспетчера и, соответственно, лицензия, которая предполагает наличие диспетчера.
Сами пакеты МЭДО будут храниться. Хранение осуществляется на тех территориях, для кого эти документы предназначены. То есть вот эта вот совокупность папок МЭДО, которые у нас сейчас есть, да, папки для обработанных сообщений, папки для сообщений отправленных, для входящих и так далее, она будет ровно такая же, вот эта совокупность, на каждом узле. И там будут храниться те сообщения, которые обрабатывались или отправлялись от конкретного узла, от конкретного участника, который с этим узлом работает. То есть в данном случае получается, что узел – это как бы виртуальный шлюз. Вот как раньше все на одном шлюзе хранилось, так раньше просто, так теперь будет просто много разных вот этих вот виртуальных шлюзов или узлов. И там будет ровно та же структура папок, и там будут храниться только те сообщения, которые касаются вот этого узла. Ну, хранятся они на тех же основаниях, как и раньше, по тем же правилам распределяются. Так. Куда-то меня уже улистало. Может быть, Сергей, ты какой-то вопрос увидишь и прочтешь, если у тебя там что-то есть. Так, вот нашла вопрос от Натальи. У меня вопрос не по технике, если можно. Кому нужно обращаться, чтобы считать участником МЭДО? Мы госорганизация, наша вышестоящая организация является участником, не оператором. Но, как правило, подключение действительно осуществляется по принципу принадлежности. Подведомственные организации, как участники, подключаются через своих вышестоящих операторов. Но, естественно, в том случае, если эта вышестоящая организация готова и организационно, и нормативно, и технически выполнять функции оператора. Этот вопрос все-таки нужно... Вы, конечно, можете этот вопрос задать в Минцифру, но вряд ли, да, есть еще вариант, вы можете этот вопрос задать в Минцифру и подключиться через ГосЭДО, то есть минуя своего, скажем так, свой вышестоящий орган, и подключиться напрямую, там Минцифра предоставляет возможность подключения там, через облачные сервисы. Через ГосЭДО. Можете нам прислать этот вопрос. Мы проконсультируем, постараемся проконсультировать, кому конкретно можно этот вопрос в Минцифре направить, потому что структура большая, и надо понимать, кто этим, ну, может быть, не персонально, но, по крайней мере, структурно этим занимается. Наталья, направьте нам тогда, пожалуйста, вот этот вот вопрос. Мы постараемся подготовить вам более развернутый ответ. Но такая возможность есть. В большинстве случаев, еще раз скажу, в большинстве случаев подключение через вышестоящие структуры, как через оператора. Но если по какой-то причине не получается, а организация действительно может быть и хочет быть участником, можно обратиться в Минцифры. И с ним согласовываются, оценивается целесообразность, обмена, оценивается, действительно ли имеет смысл этой организации подключаться по МЭДО, какой объем документов идет по МЭДО в адрес этой организации и от этой организации. И технически это реализуется через ГосЭДО. Так, что у нас еще? Так, коллеги, мы как-то незаметно... подобрались к завершению нашего... А, у нас еще есть время, да? У нас час прошло. Так что у нас еще... У нас две минуты, и еще есть вопрос про взаимодействие дела и директора. Существует ли опыт интеграции участника МЭДО, работающего в дело, и оператора МЭДО, работающего в директор?
Я, к сожалению, не могу на этот вопрос ответить. Вот у меня нет таких сведений. То есть подключение имеется в виду, когда участник и оператор работают с разными системами, да? И важно ли, кто оператор, там, оператор в деле, а участник не в деле, либо наоборот. Ну, у меня таких сведений нет. Ну, Можно. то есть теоретически, я так понимаю, можно себе представить, а практически тут, конечно, с двух сторон потребуется такая работа. Ну, Ну, то есть с здесь точки зрения. все зависит от того, как реализована, например, работа оператора на стороне другой системы, другой сет, потому что мы, когда реализовывали своего диспетчера, мы предполагали, что мы, по сути, обеспечиваем исключительно маршрутизацию, и до оператора доходит весь поток сообщений, и задача оператора – корректное перераспределение этих потоков. То есть функция оператора не входит, например, регистрация сообщений за своих участников. То есть участники сами их регистрируют. Это значит, что участники должны обладать полным функционалом взаимодействия с МЭДО. У них должна быть лицензия модуля сопряжения с МЭДО. А если какая-то, например, сет предполагает, что оператор выполняет не только техническую функцию распределения потоков, но еще какую-то часть, например, делопроизводственных функций, да, то тогда вот просто так взять и соединить может быть проблематично. Вот. А может и не быть проблематично. То есть это вопрос тестирования, вопрос проверки. Вряд ли есть какая-то прям блокировка жесткая, потому что так или иначе все равно технология обмена по МЭДО, она общая для всех. Форматы сообщений МЭДО общие для всех. Бизнес-логика. Получил документ, ответь квитанцией, обработай квитанцию. Сформируя уведомление, отправь уведомление, обработай уведомление, они все равно существуют. И даже если совсем прозрачно и быстро и бесшовно не удастся реализовать какое-то подключение, то наверняка это можно в рамках какого-то разового там проекта это все сделать. Я думаю, проблем в этом не должно быть, по крайней мере, блокирующих возможность такого решения. Вопрос Марины Кузнецовой. Сейчас у нас все письма попадают в папку оператора администрации главы. Далее оператор вручную распределяет письма по папкам МЭДО организации. Вопрос. Если мы создадим узлы МЭДО для организации и захотим, чтобы письма автоматически распределялись между папками МЭДО организации, то где настроить связь между папкой МЭДО организации и ее узлом? А Сергей показывал, в системе дела появился новый справочник узлы МЭДО, где эти узлы ведутся. Сначала вводятся вот эти все узлы, а потом уже для каждого узла осуществляется настройка с указанием, это ФЗ, диспетчер МЭДО, конечный узел, да, и вот для каждого узла настраивается фоновая задача своя, которая будет как раз отвечать за получение сообщений. Это фоновая задача с определенной, заданной в настройках периодичностью, вот видите, интервал ожидания запуска, с определенной периодичностью будет обращаться к веб-сервису, к компоненту веб-сервиса, и смотреть, нет ли там, не поступил ли какое-то сообщение МЭДО, предназначенное этому узлу. А вот в настройках узла и фоновой задачи как раз указывается, вот у вас каждая организация будет иметь свой узел, заведенный в справочник. Для каждого узла будет фоновая задача создана, для нее будут сделаны настройки, и все будет идти автоматически. Эта настройка делается технологами. Да, папки будут.
Просто по скринам непонятно. Мы уйдем от папок Мадо, будут папки узлов. Интерфейс получения писем можете показать. У нас здесь, к сожалению, в силу технических ограничений платформы, просто снятые скрины, а не работающая система. Мы можем, поскольку много вопросов, касающихся непосредственно настроек, мы уже предлагали такой вариант. При получении большого количества вопросов, а они, как мы видим, есть, провести еще мероприятие, еще провести вебинар, постараться уже организовать его на такой платформе, которая позволит, возможно, продемонстрировать уже на работающей системе, когда по вашим вопросам можно открывать конкретно не слайд, да, не скрин заранее снятый, а экран системы. И тогда там, наверное, будет проще и понятнее для многих. И, может быть, даже отработать какие-то типовые сценарии, которые у вас есть. Кстати, если у вас есть какие-то типовые сценарии, можете их также в вопросах присылать. И мы к этому мероприятию можем настроить систему, заполнить, предзаполнить справочники для того, чтобы это было более наглядно и более понятно. Да, ну, мы, в общем, так и планировали, что более детальную демонстрацию уже работы системы дела мы планируем на отдельном вебинаре. А если коротко, то, собственно, интерфейс получения писем, он никак не отличается от уже существующего. А так вот, как раз вот на основе всех вопросов, которые получили, мы как раз и будем, продумаем какой-то такой сценарий демонстрации, где как раз вот основные моменты и покажем работы уже не со слайдами, а, собственно говоря, вот лучше один раз потрогать, чем один раз увидеть, уже посмотрим, там, продемонстрируем как раз серое дело уже вот с основными моментами с двух сторон, там, отправка, получение, думаю, какой-то такой сценарий придумаем. Вопрос. Тут просто если говорить о настройках, то получится, ну, то есть это вот мы так и планировали, что это как минимум отдельный вебинар, как минимум один, потому что дальше уже будет очень, ну, как бы много деталей, на которые надо обращать внимание. Вопрос Анны Николаенко. Получили статус оператора, нам прислали дополнительный идентификатор, для чего он нужен? Это вот как раз иллюстрирующий те слайды с ролями оператора, с идентификатором и вот с этими семицветиками, которые я рисовала. Дело в том, что роль оператора в МЭДО применяется в определенных бизнес-процедурах, а именно в процессе работы с глобальным адресным справочником. От имени оператора в адрес ФСО надо направлять технологические сообщения, запрос на добавление новых участников, запрос на изменение сведений об участниках, например, запрос на газ. Вот именно для этих специфических, при направлении, при формировании направлений этих специфических технологических сообщений потребуется указывать организации идентификатор оператора, поскольку они идут от оператора, и по ним получатель понимает, что к ним пришел заявка или запрос оператора. Пока сейчас функциональности такой, автоматизация этой функциональности, формирование этих заявок и запросов в дело нет. Мы сейчас как раз занимаемся этой реализацией. Вот буквально вот в настоящее время идет разработка. Как только у нас эта разработка будет выполнена, статус оператора заиграет вот эту роль. Идентификатор оператора, введенный в нужное поле в справочнике в системе дела, будет использоваться при формировании заявок и запросов при обмене сведениями глобального адресного справочника. Если, Фролов Владимир, есть ли информация о примерных сроках первичного формирования НСИМЭДО? Я не очень поняла, что такое первичное формирование НСИМЭДО. Если речь идет о том, ну, во-первых, сейчас из НСИМЭДО существует только глобальный адресный справочник.
И плюс те справочники, которые у меня вот на слайде были представлены: причины отказа, виды документов, причины отказа в регистрации, грифы доступа, места составления документов. То есть они уже существуют, они уже со своими значениями определены приказами, а ГАС, глобальный адресный справочник, он постоянно наполняется. Если посмотреть на том слайде, который я демонстрировала в Госэдом, как выглядит глобальный адресный справочник, там будет написано версия 39, по-моему. То есть это вот столько уже версий было обновление на сайте официальном. Поэтому они уже наполняются. Новые справочники, ну вот, версия 35 написана, вот глобальный адресный справочник, версия 35 от 2 февраля была снята. А сейчас уже, это когда я готовила презентацию, а сейчас там уже более поздняя версия находится. Вот. Поэтому они уже работают, они уже применяются, НСИМЭДО уже вот в этом составе применяется. Если в этом вопрос, если вопрос в чем-то другом, прошу уточнить. Да, ждем отдельный семинар, вебинар. Да, мы постараемся, мы получим от вас, дадим некоторое время на формулировку и получение вопросов. И постараемся не затягивать с этим вебинаром, потому что очень много мы этих вопросов получали, и вот сейчас у вас тоже мы видим, что нужно именно работающую систему, потому что вопросы разноплановые, и хочется продемонстрировать на системе, а на пальцах не очень понятно. А, вот нам уже пишут сценарии. Те, кто написал свои сценарии или вопросы в чате, дублировать их нет необходимости. У нас эти вопросы все зафиксированы, мы их составим в список, обязательно все эти вопросы отработаем. Вот. Если кто-то в чате не написал или хочет что-то дополнительно потом, через некоторое время, нам написать, то, пожалуйста, присылайте, как мы уже говорили, по электронной почте. Ну, наверное, будем уже двигаться к завершению темы. Благодарю вас всех за внимание, за неподдельный интерес. Нам очень приятно. Это видно, что мы не зря делаем и систему, и новый функционал, и не зря проводим такие мероприятия. И знаем, в какую сторону нам в дальнейшем двигаться. Благодарю вас, коллеги. Всего доброго. Да, коллеги, большое спасибо. И некоторое время еще, некоторое время вот платформа для вебинара будет работать как раз, чтобы и сформулировать вопрос и написать его уже в чате, а не по электронной почте. Соответственно, мы некоторое время еще отслеживаем происходящее в чате и фиксируем вопросы, чтобы на них ответить. А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании.